Это жизнь. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень долго ждали, когда можно будет наконец-то показать вам новогоднюю коллекцию киндеров. И вот, наконец-то, наступил ноябрь, и дальше мы ждать уже не смогли, поэтому мы ее покажем вам уже прямо сейчас. Сейчас я вам сначала покажу все, что у нас здесь есть, а потом Алис будет это все открывать. Вот, сначала начнем вот с такого большого яйца киндер-сюрприз Макси. Вот оно такое огромное. Вот такое. И там внутри, конечно, что-то есть. Так, еще у нас здесь есть вот такой наборчик шоколадок киндер. Вот такие фигурки из шоколада. Это не сюрпризы, это просто фигурки. Здесь очень красивый фон из таких домиков, вон сзади. А с другой стороны здесь игра. Вот здесь нужно ответить на вопросы, как пройти, какую нужно выбрать дорогу, и потом на сайте Kinder можно выиграть, вероятно, какой-то сюрприз. Но это мы потом посмотрим. Так. Еще у нас есть вот такая коробочка с 6 Kinder-сюрпризами, тоже из новогодней коллекции. И здесь, в этих Kinder-сюрпризах, здесь маленькие елочные игрушки. Марионетки вот такие вот. Коллекция должна быть вот такая. Эти марионетки надеваются или на пальчик, или в них можно вдернуть веревочку и повесить на елку. Мы это сейчас посмотрим. Ну, еще у нас тут есть вот такой просто большой шоколадный Дед Мороз. С колокольчиком. У нас есть вот такая коробочка. Четырьмя киндерами, тоже с такими марионетками. Есть еще одна вот такая коробочка. Здесь тоже 6 киндеров. Тоже с новогодними марионетками, которые вешаются на елку. И еще вот такой вот киндер-сюрприз. Здесь шоколадный Дед Мороз. И яичко киндер он несет на саночках. Еще у нас здесь есть две такие шоколадки. Это персонажи Сан-Николя и Пер-Фуэтар. Сан-Николя – это Святой Николай по-русски. Сан-Николя по европейской традиции приносит детям много-много конфет и подарков 6 декабря. А Пер-Фуэтар – это отец Фуэтар. Тем детям, которые плохо себя вели, он их мажет углем и сажей. Вот такие шоколадные фигурки. Ну, это просто для красоты. Сюрпризов в них нет. Ну и еще мы решили совместить все это вместе с такими вот коробочками с киндерами пчелки Майи. И вот с такими вот маленькими гномиками Плопс. Это тоже такие европейские персонажи Плопс. Вот здесь вот такая коллекция. Мы сейчас увидим, что там внутри. Ну и вот последнее. У нас еще есть такой календарь ожидания Рождества. Здесь много всяких окошек с циферками, начиная с цифры 1 и заканчивая цифрой, конечно же, 24, Рождество. Этот календарь начинают открывать 1 декабря, и в каждом окошке там какая-то маленькая шоколадка, какая-то шоколадная фигурка. У нас 2 таких календаря, ну, мы их будем открывать, когда наступит декабрь. Ну вот, а теперь мы позовем Алис, и она нам будет все это открывать. Какой? Говори всем привет. Всем привет. Ну что, будем открывать киндеры? Да. Большой. Сначала с самого большого начнем? Да. Ну давай. Давай я здесь тебе немножко расчищу место. Да. Держи. Начинай с большого. Большой шоколад, да. Большой шоколад. Опа! Большой! Ничего себе, какой большой сюрприз! Давай помогу! Давай помогу! Ну-ка, смотри, что там! Смотри-ка, давай сначала бумажку посмотрим. Так, у нас здесь
Попался большой сюрприз. И здесь коллекция про собачку Снупи. Вот такая собачка Снупи. Мы сейчас увидим, что нам попалось за собачка. Ну-ка, давай посмотрим. Ага, нам попалась вот такая вот собачка Снупи. Вот такая на машинке. Вот такая собачка Снупи на машинке. Смотри, Алис. Смотри, Снупи на машинке. Давай мне капсулу эту. Вот такая Снупи. Нет, по-моему, она ничего не делает. Она просто катается на машинке. Смотри, здесь всякие разные есть. Здесь можно собрать целый городок. Снупи на машинке. Какой? Какой ты хочешь следующий открывать? Смотри. Вот такие? Ну, давай такие. Так, скажи, здесь лось. Ага. Давай. Так. Ага, здесь у нас одна из марионеток, которые надеваются на пальчик или вешаются на елочку. Сейчас я вам покажу, какая это коллекция. Это вот такая вот коллекция. И у нас попалась вот такая вот снежинка. Или это снежная королева. Ну, в общем, вот у нас попалась вот такая вот. Вот у нас попалась. Всем привет, уже сказал. Вот такая вот снежиночка. Ее можно будет повесить на елочку, и мы про это тоже сделаем видео. А это просто Дед Мороз шоколадный. Это для красоты. Это колокольчики новогодние. Ну что, дальше открываем, Алис. Вот, ты же дальше открываем из этой коробочки. А как отыщи? Давай мне шоколад. Дети. Дети. Потом дети. Положи. Ага. Ну-ка, посмотри на бумажке. Вот, теперь у нас попался снеговичок. Вот, у нас попался вот такой снеговичок. Вот такой. Ну, сколько, посчитай, сколько в этом Три киндера, давай, открывай. Только Белли. Только Белли. Только Белли. Ага, он черный с белым. Это киндеры из коллекции. Вот, из коллекции Плопс. Это Белли. Белли. Ага, и здесь тоже белая капсула. Давай, она не совсем белая, она просто бледно-желтая. Угу, здесь кукла. Вот такая вот коллекция. Нам попался. Дай-ка я покажу. Алис, нет, это снеговичок, его не кушает. Это просто украшение. И нам попался вот такой вот персонаж. Вот такой, вот он здесь. На картине. Белый кошек. Вот и белый. Вот он. Опять. Опять кто? Ну-ка. Опять кукла. И теперь у нас попалась вот такая красивенькая кукла с цветочком. Волка-белый, мама, волка-белый. Ну-ка. Спалось. Дед Мороз. Разве? Ну-ка, давай рассмотрю. Давай-ка. Нет, это вот такой вот гномик. Из Плопс. Отец папа. Отец мама. Хорошо. Вот эти сюда. Вот
Целых 4 киндера, да. Целых 4 киндера, хорошо. Давай их открывать. Какой хочешь, выбирай любой, и будем его открывать. Выбирай, какой тебе нравится. А зеленый. Зеленый, хорошо. Открой зеленый. Этот не белый, этот просто коричневый шоколад молочный. О! Давай шоколад. Это белый. Это желтый, Алис. Ну где же это белый? Желтая капсула. Давай посмотрим, что там. Ой, кто это? Вот здесь нам попалась вот такая вот. Это ангелочек такой. Давай соберем ангелочка. Вот такой ангелочек. На. Алис, вот. Вот. Ага, нам попалась следующая фигурка. Ну-ка, давай посмотрим. Что это за фигурка у нас? Да, давай тебе покажем камеру. Вот нам попался вот такой щелкунчик. Да. Мы сейчас его соберем. Давай, я соберу и покажу. Кто маленький? Это не Дед Мороз, это щелкунчик, смотри. Вот, это щелкунчик вот такой. Как? Подарки приносил, да. Ну что, дальше будем открывать, Алис? Что не съест, то покусаю, да? Это доктор! Это не доктор. Какой же это доктор? Это Дед Мороз. Давай. Да, это доктор. А, потому что это сам Николя. Это не Дед Мороз. Это Святой Николай. Да, я покажу. Ты права совершенно, да. Алис говорит, что это доктор, потому что у него на шапке крестик. Но он не красный крестик, а крестик христианский. Алис думала, что это... Пчелку Майю мы еще не открывали. Хорошо, давай открывать пчелку Майю. Так, сколько там было у тебя яичек? 1, 2, 3. Вот, это была вот такая коробочка с пчелкой Майей. И здесь должна быть вот такая коллекция. Бели. Капсула здесь. Да, здесь капсула. Ага, вот. Пчелка Майя. Вот наконец-то нам попалась сама пчелка Майя. Ну-ка. Вот такая. Дай я покажу. Вот у нас в этом киндере. Вот такая пчелка Майя. Сколько киндеров у тебя там? Это джонка для бит. А сколько ты не посчитала? Молодец, 3 киндера. Ну давай, открывай. Как? Ну все попались. Все попались, да. Все открылось. Ну-ка, что там попался? Зеленый. Зеленой шапки нам попался. Папа, вот
такой вот гномик в зеленой шапке. Вот такой. Дай-ка я покажу его. Ты можешь пока открывать следующее личико. Вот такой вот в зеленой шапке. Еще белый, ну не совсем белый, светло-желтый. Где? Опять сплю. Ага, опять. Нет, не опять. Такой уже был, что ли? Ну-ка покажи. Он сидит. А, этот сидит, да. Это другой. Нет, пока у нас еще нет ни одного одинакового. Теперь нам попался, который сидит. Ну-ка покажи. Этот в синей шапочке, а этот сидит. Давай покажем его. Вот такой вот гномик. Вот этот теперь? Да. Ну хорошо, давай посмотрим теперь вот этот. Ну на, открывай бумажку, открывай сначала. Ну она открывается так же, как все другие бумажки, наверное. Получается? Большой. Большой. Ух ты. Шоколадный. Дай-ка я его покажу сначала. Такой красивый. Вот такой вот весь из шоколада. А там есть что-то внутри или это просто? Ну хорошо, можешь немножко погрызть. Вкусно? Mm-hmm. Очень вкусно. Ага, хорошо. Что там попалось, посмотрим. Ну что, ты посмотришь, что там? Тетя! Что там? Давай посмотрим, откроем. Да. Это утенок. Вот такой утенок. А какой утенок? Вот такой утенок попался. Давай. Вот, это из новогодней коллекции. Дети. Дети. Держи. Дети, да. Давай, это отдадим детям, да, но они не хотят, они потом возьмут. Алис, дети потом возьмут. На. Но могут доставать что-то внутри. Ага, что у нас попалось в этом? Алис, у нас попался Дед Мороз. Смотри-ка, у нас попался. Какой? Дед Мороз. Вот такой, смотри. Вот, смотрите, у нас попался вот такой Дед Мороз. Вот такой, Алис, смотри на картинку. Давай я соберу. Вот такой вот Дед Мороз. Вот такой. Не, один лёлик. Ну-ка, что здесь? Это тётя. Доктор, ну-ка, давай посмотрим, почему это доктор. Это кот. Ага, у нас такой уже был или нет, Алис? Нет. Такого еще не было. Это еще один гномик из коллекции Топс. А, только это девочка. Гномик-девочка. Вот такая. Доктор. Нет, это не доктор. С чего ты взяла? Потому что в очках, наверное. Ну да, вот. Это не доктор. Да, это доктор. Ну хорошо, пусть будет доктор. Ты сама смогла открыть капсулу. Ну и что тут у нас попалось? Ну-ка покажи. Это. Ага, вот такая у нас уже одна есть. Вот такая еще одна попалась, такая снежинка. У нас такие две уже теперь, да? Это снег. Вот это первый у нас. Снег. Кто? Снег? Да. Это снежинка, да, снег.
пчелка Майя? Это пчелка Майя, да. Пчелка Майя? Я не знаю, мы сейчас увидим, что там. Мы сейчас посмотрим. Да. Белый, 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 белый. Конечно, белые пчелки Майя, они наполовину белые, наполовину черные. Давай. Давай, открывай. Это пчелки Майя. Кто здесь попался тебе? Это, это. Ага, это попался друг пчелки Майи, да, вот такой вот, вот такой вот попался. А какой кошек? Это пчелка Майи. Пчелка Майя. Вот такой друг пчелки Майи, вот такой маленький друг ее. Вот, смотри. Ну что, давай дальше посмотрим. Давай остальные пчелки Майи посмотрим. Да? Какой это? Давай. Получается? Вот. Ну-ка, кто там попался у тебя? Ага, зелененький жучок. У нас есть такой или еще нет? Да. Нет, по-моему, у нас не такой. У нас был синий жук, а это зеленый. У нас был вот такой синий жучок. А, какой шарики. Абутика, абутика, абутика. Конечно, это из мультика, да. Вот нам попался сейчас вот такой зелененький жучок. Вот такой жучок. Это все из мультика, моя хорошая. Это все из мультика пчелка Майя. Конечно. Это все из мультика пчелка Майя. Это мультика. И это из мультика. Это все из мультика. Вот такой жучок. Там пчелка Майя попался. Пчелка Майя. А, ну вот нам попался еще один такой же жучок. Ой, такой же, еще один такой же пчеленок попался. Как уже. Какой, какой? А вот такой тоже. Точно такой же еще один. Вот еще один такой же. У нас уже такой есть. Да. Держи. Два одинаковых. Угу. Пчелка Майя. Ну что у тебя здесь попалось? Вот такой ангелочек. Да, еще один вот такой ангелочек попался. Видишь? Вот он. Да, еще один ангелочек такой. Вот он, смотри. Держи, два ангелочка, видишь? Это что? Это Дед Мороз. Мне кажется, что это Дед Мороз. И еще один Дед Мороз. Ну, в общем-то, у нас уже, по-моему, есть вся коллекция. Поэтому я думаю, что сейчас уже будут попадаться только одинаковые. Вот такой Дед Мороз у нас уже есть. Да, это шарик. Вот, еще один. Теперь у нас уже три таких Дед Мороза. Ну-ка посмотрим, мы всех собрали или нет, или у нас кого-то не хватает. Утенок у нас есть, снежинка есть, снеговичок есть, ангелочек, гномик, щелкунчик, Дед Мороз. По-моему, у нас нет еще олененка. А, Алиса, олененок нам еще не попался. Может быть, он сейчас попадется? Давай посмотрим. Открывай, посмотрим, если попадется олененок. Кто там? Это олененок. Это не олененок, это гномик. Мальчик-гномик. Но у нас тоже, кстати, его, кажется, еще нет.
Ну вот теперь у нас уже точно будет вся коллекция. Вот такой вот гномик. Вот такой. Сейчас мы его соберем. А какой? Вот такой. Давай. Кушает что-то. Кушает что-то? Да нет, он ничего не кушает. Просто гномик. Ну что, давай следующий. Ам-ам-ам. Сколько у нас осталось еще? 5 киндеров. Да. Осталось всего лишь 5. А дыкать. Открываем? Да. Давай, открываем. Смотри, что там, Алис. Смотри, там попалась еще одна. Нам попалась еще одна вот такая. Это ангелочек или фея? Я даже не знаю, но это фея. Фея, хорошо, пускай это будет фея с крылышками. Это. Хорошо, давай этот. Здесь в этом киндере у нас попалась еще одна. Вот такая снежинка. Да, покажи, какая снежинка. У нас уже есть 2, а теперь у нас их 3. Вот такая снежинка. Да, теперь у нас их целых 3. Давай, я соберу третью. Давай. Это третья уже, да. Вот такая вот еще одна снежиночка красивая. Давай. Давай я соберу, а ты пока остальные откроешь, Алис. Открывай, снимай всю бумажку. Кто у нас тут попался? Ну-ка. Кто это попался нам? Это попался нам еще один щелкунчик. Вот такой, смотри, Алис. Вот такой щелкунчик. У нас уже такой один. Есть один, да, кажется. Или два, даже два, кажется. Вот такой вот щелкунчик. Это такой. Давай. Это. Точно, вот такой, да. Давай соберем его. А такой. Вот а такой. Какой? Вот такой щелкунчик. Давай. Вот такой еще один щелкунчик. Ну что, нам осталось 2 яичка. Да. Давай их уже откроем, посмотрим, кто же у нас там попадется. В 2 последних яичках. А здесь у нас попался утенок. Смотри, утенок вот такой. Какой? Сейчас покажу, подожди. Дай. Подожди, сейчас увидим, какой на картинке. Вот. Такого у нас еще не попадалось. Вот такой утенок. Сейчас мы его соберем. Давай я соберу и покажу тебе, какой. Какой? Вот такой вот красивый утенок. Ой. Вот такой хороший утенок. Ну все, положи его с другими. Ну что, вот наконец-то мы открываем последнее наше яичко. Ну что тут попалось? О, в самом последнем у нас попался еще один. Вот такой вот ангелочек, как у нас уже есть. Вот такой. Да, у нас их уже 2. И вот это будет третий. Мы сейчас его соберем. И будет третий. Ну вот, у нас такая чудесная коллекция. Давай покажем всю коллекцию, какая она есть вся. Смотри-ка. Ангелочек, снеговичок, снежинка, утенок, щелкунчик. Кто там еще есть? Вот такой гномик. И еще тут должен быть олененок. У нас его сейчас, сегодня не попалось, но в принципе у нас уже были такие киндеры, поэтому мы покажем вам вот такой еще олененок тоже здесь есть из этой коллекции. Вот он. И теперь у нас есть вся коллекция, даже
не в одном экземпляре, а много их у нас. И поэтому мы сделаем целое видео, как мы будем наряжать елочку с этой коллекцией новогодних киндеров. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал. Алиса.